Видишь, что я начинаю фонить, чтобы я успел это отключить. Фаниш. Так. Надо включить запись, чтобы, блядь, есть еще админы, чтобы вернули нахуй, а то вдруг проебется. Минус идут. Просто ноль скрафтится, ебать. Один, сука, тварь тупая, Просто нахуй. сейчас смотришь, у тебя голда пропадает из гильбанка. Сука, пидоры, блядь. Прикинь, ну, просто два уже в никуда. Ой, блядь, я ебал, нахуй. Удаляйте эту игру. Заебись. Четвертый счастливый, да? Ну-ка, тварь. Будем делать, пока не прокнет, да? Я не знаю, один сделать еще. Следующего 100%. Нет, замашка, это на зама, это замашка называется, да, не надо нахуй тогда. Прикинь, там 10 прокнет просто. Ага, 20 нахуй. Вот этот шаловливый дед. Да, хуёво, конечно. Пиздец, все мобы встали, я ебу, блядь. Черканите кто-нибудь Дусана, он вроде в сети, в Дискорде. Уже подтянется. Черканите, может и подтянет. Спросите его, сколько раз он подтягивается. Там какого-то Эрдру, наверное, же. Оранжевый. Сейчас посмотрю, сейчас у меня должно быть. Сейчас посмотрю. Сука. Сколько надо? 4 штуки. Вернулся. Я дам. Я говорю, что фрастав Т5, если попался лучше на яму. Сомнитесь. Уланьте тоже, блядь. Тут уже покрафтим. Ну, уже детка. Я уже, сказать, я уже взял, блядь. С ума нитька, три. Так, 4, сука. Просто, блядь, отыгрыш, нахуй, ну-ка. Один лежит, да, его сторонку, нахуй. Ебашь создать все, нахуй, тогда. Ну-ка, ну, а реально, блядь, может сканает. Создать все просто потоком, нахуй. Останавливается, нахуй. Один, нахуй, тварь, нахуй, говно, блядь. Один, нахуй, тварь, блядь, сука. А Бэва, блядь. Да ёбаный в рот, да сколько можно. Все воронки пойдут. Как у нас 25. 10. А, сука, тварь. Пиздец, нахуй. Я хуею дал покрутить, блядь. Хуйню дал покрутить. Не, ну а сколько нам тогда прокнуло, блядь? 4 или 6, нахуй? Одного 2 и с другого 4. Это было вообще, блядь, пиздец, конечно. А вы точно продюсер? Не, я пидор. Я понял. Все, вопросов нет, слава. Так, мне надо тебе две, и тебе две, и тебе одну, и тебе одну, да? Дынку, и этому, а там 7 лежит. Ты слышишь, Войд, я этот, на будущее, чтобы больше тебе по 2 косаря не закидывать каждую неделю. Это за воронки, да, посчитать? Да, да, да. Да, и сколько там у меня? Ну, то есть, короче, бесконечность. Три штуки, одну, три штуки, получается, одну мне ты сделал. Да, да, распад. Ты, сколько она там стоит? Ну, 30к они сейчас. Сейчас я посмотрю, блин, сколько они сейчас. 41 была последний раз. Сорок, нахуй. Считаем среднее. На науке вы смотрите. 50-45. Давай среднее 45. Че, 45 на 3, это что получается? 135, да? 45 на 2. На 3. Он 4 давал. 4 давал, одну ему. Так, так, получается, где-то записан, блядь. И двушку я тебе еще скидывал сегодня. На 76 кд. Ну там навсегда, на. Короче, навсегда. 76 кд, дрочишь, когда, блядь, бесконечно. Чисто на 2 года закинул. На 3 года. На 30 кд закинул. А, капрондекс. Вот так надо подтверждать то, что ты в гильдии останешься. Вариант я зашел. Не то, что ты. В рейтинг. А ты? А я, блядь. А ты чё? А я, блядь, кот. Был бы человек ты, нахуй. Был бы ты человек, сука. Уже 15 минут, нахуй. Где люди?
Так, с чего это получается? 18,7, да? Я тебе 2 отдам. Персонаж по имени Ровист в игре не найден. Ну, все это же. Пиздец. Че, тебе лидерку кидать? Мне кидай. Да кидай, похуй. 7 нахуй. Блять, я себе никуда не вставлял эти еще листы, блять. Надо, нет? Пока не надо, наверное. Ну, по-моему, так лучше смотрится, как я сделал вот это вот в Т5. Ну, в Т5 я же тебе написал, да, наглядно смотрится. А то там вообще неудобно было и в линию, и еще это увеличено. Сейчас нормально. А, то, что столбиком сделал? Да. Да, удобнее. Ну, глазам приятнее, не разбегаются. Ну, да. Там вообще заебался читать, неудобно было. Ты там, Слава, блокнотик готовь, нахуй. Мордаун-то нету. А почему я третий в очереди? А чё, блядь, всё уже, что ли? Он кто просто когда залутал поочерёдно. Ну. А кто хпалом будет, блядь? Он ровист. Гламуры я кикнул, блядь. Нахуй он нужен такой. Там заебал, я вообще, я ещё думаю, сижу, размышляю, блядь, ну это же не первый раз, нахуй. Ну, это да. Главное, блядь, челик сидит в РБК, я ему пишу. Я сначала пишу нормально, блядь, говорю, ГОЗС, нахуй. Нет, нахуй, я с работы устал, нахуй. Минус такой пишет. А чё ты, говорю? Блядь, я, говорит, устал, нахуй. Ты, говорю, будешь вообще в рейды ходить. Ну, не первый раз, причём. Я устал, и, блядь, сидит, нахуй, 4 часа там долбит, блядь. Да, долбит. Я вообще в ахуе. Как так, нахуй? Ну, типа... Или он такой, типа, царь, нахуй, а мы такие хуеплёты все, нахуй, что мы хуёво играем, меня нахуй. Больше убило второе, то, что он написал, нахуй. О чём написал? А, я не помню уже. Типа, что меня заебало вот это сидеть в рейде, пока вот эта вся возня, нахуй, будет. Типа, он такой царь, и он должен прийти, блядь, на первый трайк, там, трэш зачистен, всё готово, чтобы он только зашёл, блядь, и мозг упал, нахуй. Вы не понимаете, РБК это для души. Так, знаете, что я думаю? Подождите, блядь. Вы что думаете, давайте трэш чистить или что, блядь? Дровись, туда надо заходить на хэпала, нахуй. Ну да. Вы трэш, это, на кого? На соляру чистить, пока воронки, пока этого нет, вилания да. Нету. Ну, смотри, он заходит, я захожу, и два слота еще. Кто это пойдет? До робота сразу идти. Так. Да. Кто у нас не в рейде? Мастер тут. У Шатастика. Ну кто-то будет уходить вроде бы потом. У Шатастика проходки нет. Ну у Шатастика еще на робота не годен, он мало дает. Ну он на слепце десятку дал. Куда? Да. Надо вара в рейд. Лол, где-где? На слепце. На ну там слепце. Бегать надо. Нужен вар, но стресс есть. Вроде ФК. Там плюс он крутится там регулярно на ласт фазе. Ну вар это крик на хп, это... Чё тебе, рарник, а на чё тебе надо эту хуйню, у тебя же есть вон ловкость. Это раскол, что очень важно. Рарник. Я раскол по стаку. На что ты... тебе эта хуйня надо, у тебя вон ну, голове есть. На хп не покричишь. Просто на хп да, не покричу. На Т5, просто наверное. На какой Т5, у него же вон оно. Вон на Т5 в голове вон. Вон бидон уйдет через... Бидон через 2 часа уйдет. Надо его робота затраить. Надо троить. На куда тебе, рарник? Не могу понять. У него есть камень. Куда тебе еще камень? Так у него не мглистый, у него обычный алкашный. Он, наверное, мглистый хочет. Можно я случайно согрю? Почему? Вон он мглистый у него, блядь. Какой мглистый? Это не мглистый, это обычный. А, да? Это простой. Это, блядь, а сколько там процент? Не меняйте вторую пати, плиз. Тот дает 30 ловкости и 5% криту. Ой, ебаный, блядь. Я смотрю 3%, я думал 3% должно быть. Я ебу нахуй. Чего? Проверка хилов была тоже. На камни на силу стамину, блядь. Так я выйду с рейда, пока нахуй вас. Где такие камни? Сила стамина. Ну, в поясе один вижу. Сила стамина фиолетовый. А вы будете бить трэш, агрить там? Ну, вообще, там? Вообще можно убрать, ну, типа, можно на силу вставить. 6 силы теряешь, зато ненужную стамину убираешь, и больше силы будут.
Активация идет с этого. С, как он называется? Со слезы нахуй с этой. Активация идет. Слышишь, Рарник? Ты имеешь в виду этот 31 ловкости 5 криту? Там да, там активация чисто с одной слезы идет. Да. Блять. Жучка растявкалась. Что? Жучка, говорю. У тебя собака есть? Не у меня. Ты кого жучкой назвал? Так. Жучка и мистер Кусака. Кстати-ка, там это... Поставь, на этой же ж неделе еще не было второй целка обычки. Ты хочешь, чтобы я танчил с вами в третьем танке? Да. Будешь танчить сегодня. Ёбаный рот. Хули дринг что-то придумал. Какой хуйней я еще не занимался. 4-4 отпало бах на всех. 10% как-то порезка урону, блять, по рейду, это, извини меня. Надо два слота найти где-то, нахуй, друид инвалид. Ну вон, у стресс сидит, чилит. На стресс, ну бери на стресса, хули, а у него проходка лич убит? Ну да, он был тут. Хули, хули делать, надо хоть потратить, блять. Ну воин, один хер. Так хрик на хп, это... Да, хрик это тяжелее. И вмешательство будет еще. Вмешательство, это три плюса. Научишь. Так, выходит давай. Из игрового мира, я понял. Да пока трэш будете бить, еще кто-нибудь подойдет. Не он надо, выше. Короче, комплект сделать, нахуй. Чем, блядь. Так. Так, значит... Что у меня есть, нахуй? А расколы не стакаются, если мы будем с варом стакать? Нет, не стакаются. Типа максимум 20% можно босса, да, срезать? Ну да. Ну, вару проще, чем тебе держать. Ну да, прошу заметить, меня... 25. Я лишний ГКД трачу. Он стакает и держит просто, да. Он стакает и держит раз в 30 секунд. А ты энергию палишь на эту хуйню. Так, от чего там агро зависит, нахуй? Ну-ка. Ну... Мало энки стоят. На протопале, что мне одевать, нахуй? Я помню, скорее ГКД трачу. Ты лучше лишний раз расправу нажмешь, ну? О, ебать. Ну, да. Там блок. Да каурон. Ну, и там отравление, вообще отравление. Там хлеста взял. Там же комбо-поинты на нее тратятся. Там прикол, что ты КПшки тратишь на это. А, на нее КПшки тратятся? Так, ну куда еще хуйня ебаная? Ну так, мне сейчас скину. Надо. Мне надо, короче, агро, чтобы больше было, надо шмот одеть. Стринки ДДшные. Так, и стринник у меня получается пламя, нахуй. Ну, пламя оденешь. Подожди, а колба нормально будет, не? Или хуёво? Ну, такое себе. Идите уже, притяните. А чё мы стоим, правда? Может, мы начнем убивать немного? Бейте, бейте. На АП есть? У меня есть ещё... У меня выбор смерти есть. Вот, выбор одевай. Это выбор одевай, да. А вечное пламя да. Надо, нет? Или есть а у меня... что она дает? Линкни. РПБ а, 130 и... РП, и... у меня она 45. Выбор и вечное пламя, все. РПБ нихуя тебе не дает игру. Там, ну тут какая, оно... какой-то 4000 урона. Нахуй. Каждые 15 секунд 5к урона наносит. Ну это хуйня, наверное, да? Тебе ну, надо ну, все на АП. Тебе надо все на АП. Сейчас подожди, блядь. Сейчас у меня где-то череп или что-то такое лежало. А АП типа больше всего генерит. У тебя больше всего агро генерит способности, которые светом хуярят. То есть печатка, там молоток и вся вот эта хуйня. Тебе надо просто АП, блядь, и крит, и все. Сука. Вот это тебе агро. А где у меня череп? Вдох у тебя есть? Нет. Вдоха нет. Же его отдел что-то там. Сука, где-то у меня был череп еще с Герой, нахуй. А что, где танки есть, нету? Бля, что-то я не вижу. Да, мы убиваем трэш. Кстати, есть инфа. Тут можно же, я так понял, на ренегатах обузить выбор и этот. И... Короче, альянсовский и ордынский. Пригу. Тринкет, да? Сразу приговор да. И выбор можно обузить. Да, да, можно. Ну, вот это пиздец, вот это имбай паны. Можно еще... Два выбора одевать, типа, обычный не, и... Не, обычный, не, ну, там так-то два, типа, геровых попизжи будет.
Ну, да, но не намного. Ну как? Нормально. Я типа одевал два выбора, ну такое себе. Блять, а че его продал, что ли? Ёбаный в рот. А где он нахуй? Два выбора норм было. Ну, в контенте ИВК, да. А блядь. Сейчас лично на мой класс стыкал. По-моему, нету. Мой класс, да, по сумкам нету. Сейчас просто есть другие, да. Ну, вон карту один. Карту нахуй. Вот, карта лежит. И что, она лучше будет? Ну, лучше, чем пламя. Все, что тебе даст силу и АП пассивно, даст тебе больше всего агро. Так оно... Каждые 30 секунд еще 300 силы у тебя прокать будет. Карту, да? На каждые 30 секунд, считай. У тебя только... Что у тебя там есть вообще? Так, сейчас. У меня есть, значит... Так, допустим, я... Ну, помимо выбора. Сука, да где-то у меня череп же лежал, он с критом, такой черепок, нахуй. Он даже у дяди одет, это не он. Может, ну, у него иконка, как у выбора. Ну, у него такая же иконка, блядь, а где он? Сука, нету, нахуй. Может, я его удалил? Mm. Зандалар или Дочежок? Так, у меня есть, значит... В смысле, Зандалар или кто? Или Дочежок, ну, двор черного железа. Ну, так лучше будет. Кому? Так лучше. Смотри, кому. Могу, двор черного железа. Так, потом ДДшное что-то одеть, допустим. Он не насильно много, но лучше. Вот шею можно одеть, нахуй. Так, что там я спросил? Смотри, там, где выигрыш по силе большой, то и одевай. Ну вот шея, она будет прокать с острова. 64-й. Ну вот шея норм. Не, могу сейчас двор черного железа, это бисраса. Всем кастерам двор черного железа, бисраса. Не вводите в заблуждение людей. Я умер в 10-й раз. Ну, вообще-то танков контроль взяло. Ну, допустим, пояс, если взять, нахуй. Ну-ка. Так, пояс я одевал. Защита, что просила? Бидона убили. Кольцо, вот это прокающее, тоже носило. Ну-ка. Вместо куда ее? Вместо блокирования, может, сюда? А у тебя пепельник танковский или ДДшный? О, подожди-ка. Пепельник ДДшный. Так, ну-ка, о, это вот нормально. А вот это вот сюда. О, а, блядь. Сука. Ну, там похуй, мастерства и так дохуя. Так, а, защита 541. Ну вот, только так получается. В принципе, мастерства заебись. Вот меткости только не хватает. Маску надо... Сколько у тебя меткости? 252. Ой-ой. Это сколько в процентах? Да эти гирны, конечно. Процентов 7. 7-8 где-то так. Не хватает. Физически надо 8 вроде, 11, да? 11 рейтинга не хватает. 8 надо. Ну ты же там магии еще бьешь, по-моему, нет? Напали? Ну там символ ставят. Сколько он прибавляет процентов? Ну 8%. Там на таунт. Так ему не нужен таунт на роботе. Ну на таунт, да, там же таунтов. Таунты не работают на роботе. Ну вообще, тогда магически 17 надо, ну типа, ну, типа про правосудие, типа, печать, ну вот эти вообще, вот чтобы было нормальное агро, нормальное агро. Надо и меткости кап, и это мастерки кап. Mm-hmm. Толку нету от того, что ты вобьешься там в какой-то деф. Ну, он без дефа просто убьет меня. И так хп. Ну, так агро не он будет. Критануть может, если у тебя дефа будет. Он кританет, и у меня сложит вот просто. Ну там, а сколько он хуярит, блядь, этот дурачок? Ну так попробуем, хули. Много. За шею ДДшную посмотри, что у тебя нету шеи с меткости. По-любому должна быть их дохуя с меткостью. Если не ошибаюсь. Там с мастерством ДДшная идет. Ну а кольца? Звездочет по-любому. Готовый? Может, ну, кольцо одно с меткостью одето, а второе... С мастерством. У тебя покалы есть? Или тринес и ВК с мастерством? Отмещение отрекшееся? Нету. Эта хуйня уже давно ушла, этот контент. Ну да. Еще раз глянуть. Блять, то ли я его не вижу, нахуй, то ли чё, блять. Ну ты не видишь. Ну череп ебаный, нахуй, был у меня, сука, геровский череп. Череп. Не видно его, сука, нет вроде, нахуй. Нету. Справа это твой банк? Открой персонажа. Персонажа просто открой. Вон, справа сверху нажми на доспехи, видишь, наверху возле креста.
наверху, справа, возле креста. Правее, правее. Вот это, да, нажми. И теперь наведи на карту. На карту наведи. Да не так это делает. Да на карту наведи, подожди. Наведи на карту. На карту. Вот, на стрелку нажимай. Вот, и смотри все свои тринкеты. Не, нету. Все, не еби мозг. Да это также можно делать через Alt. Просто нажимаешь на Alt и смотришь. Ну да, так же показывается. Ну, значит, нету, все. Ты стоишь с банком открытым и не показывает, значит, нету. Там все тринкеты тебе сразу показывают. Ну, колба, нет? Меткости колба, колба нормально с меткостью, но она ему прям много агро не даст. Все, по сути, у нас фулл, сейчас консилятор зайдет. Ну, вместо карты. Ну, сколько там хосты у тебя? А нахуй ему-то хоста, хоста, блядь, похуй потом. Вообще, ноль нахуй. Ну, там крит. Ну, имею в виду, чтобы колба раскачивалась. Да он и так одноручкой хуярит часто, одноручкой забей, так, ему-то он... хоста нихуя не дает. Хотя 2.6, она долгая, это не танк. Ну, вот, да, она долгая. Ты в рейде будешь, блядь, под бафами, у тебя она будет бить. Долго блядь, одна ручка, секунд, больше агро дает. Ну да, больше. Удар за скилла больше. Ну, навара лучше быстро. Когти 20% будут, вся хуйня, будешь кайфовать. Позыри. Воронка. Значок еще. Ну, колба, если что, лежит, нахуй. Лутера давай. Мэдфокс. Еще ревнет с гильдии. За 40 тысяч. Ой, ребят, пока, все, мне там ехать надо, уходить. Че мне еще есть? Ну? Это гэшное кольцо, ну-ка. Фласки дают или тут свои? О, меткости сразу прибавилось нормально. Ну, ты через shift сравни. Зато защиты меньше. Вот это типа прок на ап. Прок заебись будет. Ты блядь, заебись. Ну-ка, а если я банку на защиту, где они, как это называется там? Эликсир защиты. Это броню дает он эликсир защиты, а не рейтинг защиты. Рейтинг защиты. Эти гиру сейчас на первого дракончика. А, это очень маленькие. Так, даст это мне или нет? Вроде должен дать. Какой-то охранный. Так. Рецепт. Опа, ебать, 540 нахуй. Да и насрать вообще. Так. А Матфокс там отдал воронку? Нет. Там девчон отдаст. Боевой, да. И забирай. Так, а какой мне взять нахуй? Меткость, молниеносность, ловкость нахуй, эликсир силы, да? Тебе... Ты манускрипт смотришь? А манускрипт какой взять? Манускрипт сейчас который скажу, 245-й, бери, ДДшный. А, чё, чё он ставит? Там от печати, короче, постоянно висит сила 200. Бафу. Не постоянно. Там, может, стаковый есть какой-нибудь, который за... Прожим ее, уж не помню, сил набирает. По-любому должен быть такой. Есть, только там надо удар воина света. Это в ретрике. Не-не-не, танковский, я про танковский говорю. Я, да, я тебе так скажу, Войт, сила, которой ты вап сейчас будешь вбиваться, а тебе она тебе много агро не даст. Все, ревист пускай заходит, нахапала и у нас фул. Так, какой ты говоришь, про... Так, не то. Отваги, не то. Молот праведника. Ваш рейтинг. Мы убьем таким рейдом? Не-не, ДДшный смотри. 45-й на ретрика, да? Манускрипт вот, отваги. Про этот он говорит. Но у нас вроде все есть, чтобы прокает. Убить. Манускрипт отваги надо. В Катарисе продукс есть, а не в Т5. Сейчас пойду гляну. Есть бидон еще с... Меня смущает только одно, это второй хаунт. Это не будет ли неудобно выходить с их профилом? Ну, помните, что с миним на свой канцелятор он зашел. За что Хант может робот... стоять типа в углу там, где танк и бить? А робот уже арену топает? Нет? А у нас второй хант заточен, блядь, чтоб ловить сферки.
Ну да, то есть чтобы его не брил. Чтобы это не было факту минус одно тело. Вархан-то сделал все, что надо. То есть он это забился там. Робот на всю арену топает? На... Нет. Сколько там? Только метров 10, наверное, 15. Ну там, где я ловлю сферы, я топот не ловлю. Но его типа кроме как всей пачкой под ним, по-другому не бить, да? Под, ну, это, ну да. В его фрейме, надо сказать. Только ханты могут. В красном быть. Кружке. Поэт, я выйду из рейда на пару минут, сейчас вернусь. Я просто слышал, его убивали этот, ну, и не под ним стоя. То есть кастеры там что-то на ранже стояли и просто разбегались от этого, от сайленса. Да, нет, да, это... Но с ДПСа не хватит, если кастеры бегать будут. Ни у кого не хватит ДПСа, чтобы так бить. У меня там в Т5 продукс вообще надо стоять, у него долгие косты. Ты там охуеешь бегать. Или мы только могут так делать. Вот типа проблема в Берсе или что? Да. Берса тут урезана. Мы в прошлый раз траили, у нас не очень хороший был вроде рейд. 387 надо общего урона, там минимум, чтобы убить его. Ну если что, он канцелятор есть. Вместо ПСФ его надо не против замену на робота пойти. Так что... Бери это канцелятора. Он что-то не принимает. Можешь грузить. Он уже в группе. Это я потому что кинул ему. Колба на черном рынке продает. У нас же будет эгодру или протокол какой-то, да? Даже два, блядь. Ну, я просто, чтобы спек прыгнуть. Так, я отойду на пару минут. Ты воронку, да? На пару минут. Так, что там, где там, блядь, сейвы были же, нахуй. Чё все встали, я понять не могу. Ну, танк не ведет, знаю. Нет? Нет. Ну, значит, надо вести. Холидринг отошел на пару минут. Кто-нибудь ведите, кто там с танков? Так, значит... А, я понял. А, нет, все, не бежит. Так, давай посчитаем. Какие у нас силы есть? У нас есть. Кусака ходил, да? Не. А Вилаша в Т4 будет на роботе? Так, ну да, да, по-любому, без вариков. Ну, истерия там у нее есть Т4. Так, значит, Т4, два протопала, блять, и один хулипал. Это уже 4 сейва. При 104 штуки, нахуй, это вообще пиздец. А этот есть, как у нас, антимагический панцирь? Есть у Захана? У Заханыча. Юлю можно еще спекнуть в нахоле ГДК. Если не остался спек. Это два купола. На нахуй. А купол действует на тех, кто под ним стоит? Ну да. Да. Так-то неплохо. Так, ну, там он только 20 тысяч абсорбит же. На каждого? Нет, в сумме. А-а-а. Ну, маловато, конечно, но все равно норм. А там выходит наполовину. То есть Заханыч ставит, он ставит прям под фреймом там, а мы ставим в углу РДДшники, там какие-то, может, хилы дополнительные. То есть под этот купол мы не попадаем. Стой, там еще один остался. Какой? Он Феникс. Это Алар. Так, ну, один хуй будем считать. Робот слева или справа? А, нет, он летит на туре еще один. Слева. Блять, да сколько их нахуй. Пройдем с тобой. Справа Соляра. Я линканул, там 24 тысячи абсорба. А, я извиняюсь. Так, по идее, сколько это? Три раза за бой мы должны заюзать? Нахуй. Найди, пожалуйста, гильдию. На продексе. Первую мы вроде не хилим на гере, нахуй. Кинуть гильдию? А ты заскринил ЕП? Да. Нет, я не заскринил. Это плохо. Это очень плохо. Ну, значит, дальше. Ищи по видео. Нет, тебе нужно будет, да, видос славы открыть какой-нибудь. А, я понимаю. Я потом найду.
А плюс они куда-нибудь? Я такой. Я пригласил. Чаторды. Так, поехали, значит. 2.30. Ты сменил расу, что ли? Да. Ебать, нахуй. Понял, бро. Возможности в рейд, если все-таки осталось место поменять. Да, есть, есть. Так. Сейчас заметку сделал. Сколько стоит переходка? Пятнашка, по-моему. Не, он-то зарял купил. Наверное, зарял, скорее. А. Рублей 300. А, ну типа, недорого так. Ну и раз опять где-то. Ну, если покупать, да, раз. Не, ну там же ж видишь. Рублей? Ну там 4 где-то будет, 4 с мелочью. Так, что у нас еще, блядь, дырок дохуя нахуй. Слушай, ну я тут не знаю, что, блядь, сивак кого-то не хватает. А у нас 2 хпала было. Берите ауру эту. Аспект. Аура тигра. Я сегодня шалю немножечко. Аура цирка. Наверное, шипошникам в первую очередь надо сдавать. Чтоб потом... Мардаун-то нет, да? Да, нет, это хуёво. Придется кому-то анонсить нормально. Да он нормально анонсил. Ну, Мардаун, я имею в виду. Мимо. И... Заебайдем. Забавишься. Это мы в прошлый раз ему 2 сполка оставили, это у нас еще это было, хуйня. 4 дырки не закрыты, но я не знаю, надо сейвы где-то брать, я хуй знает. Это надо прохиливать. Вот. В тот раз тоже ж так же дырки были. Первую прохиливали. Не было дырок-то. Были. Свои, эти, сейвы отдавайте. Да. Там мне локовские ешьте, я не знаю, там много чего можно ставить. Да. Были дырки. Тут раз, ну, можно... Или еще какую-то, 2 или сколько. Сейвы можно достать, типа взять какого-то еще анхолика, возможно, или урарника. Ну, анхолика нет сейва, но типа вот этот купол, ну, вообще, купол, он, так достать. Себе сейв. Ну, он поднимет, урарника ДПС не просядет? Просядет. Нам нельзя их... Ну, или попробовать просто прохиливать. У нас 5 хилов, типа, как бы, ну, должны прохиливать, просто свои сывы прожимать, у кого есть. Там самое тяжелое будет. И хилить хантов, ну, с этим, как его, с элемом. А чё, где консилятор, блядь? Вот его вместо присылал тебе. У него вроде лагает. Да похуй. Ну, 2 ханта не захилят, просто 1 хп. Сука, ну я хуй знает, ну на 2, на 4 минуты ровно нету сейвов. И 5.45, и 6 минут берса. То есть нету вот эти 4 дырки. Остальное все закрыто, блядь. Ну там есть... вот тот раз так же слава было, что были... Нас только надо страховать просто бурстами хилов. Бурстами, ну допустим у него этот, как он называется... Сейчас скажу нахуй. Ну, у бидона, какие минуты не закрыты? У бидона, допустим, есть стремительность, но она 3 минуты КД. Допустим, он ее сдаст на топоте на 2-минутные. Какие бурсты отдаст? Остальные хилы какие бурсты отдадут? На плюс он может отдать чешку ДЦ. Может исправить чешку, это же самое. А у кого чешка есть? ХП он может сказать исправить, что у бидона есть Эламаунт и ХС. Сука, Эламаунта нету. Транквил. Бля, может похилить призан Хэлла, может призан Хэлла могут похилить. Хэлла, не, Хэлла и призан не могут похилить. Не, одну волну точно могут похилить. А, в этом ничего.
Не волнуй, а эту цепуху. Блокнот открой, что там за дырки. Пета хильки, пета танчит. На 2 минуты, на 4 и 5.45 и 6 минут. Говорю, блокнот открой, да я посмотрю. 2 минуты 5.45, говоришь? 3. У меня стрим игры идет. Повтори, какие минуты там? 2 минуты и 4 минуты и 5.45 и 6 минут. Блять, слишком разнобольные тайминги. Ты подстроишься под них. Но на 6 уже не помогут сейвы. На 6 уже не помогут. Но на 5.45 нужно было делать. 3 дырки надо закрывать. Вот. И их закрывать надо. Но с вами. У бидона же стремительность 2 минуты. 2 моментальные цепухи. Стремительность 3 минуты вроде должно 2. Быть. 3 это критовая херня, которая дает моментальный каст сделать. Стремительность. Ну, стремительность это и есть. Природная которая... стремительность, моментальный каст это 2 минуты кулдауна. А которая дает криты, это 3 минуты кулдауна. Но если я ничего не путаю. Если у тебя есть пояс ТТГ с чаркой, то там КД на, блядь, 30 секунд. Ну, на 30 секунд. Или, да, не 30, или 20. Ну, то есть он в каст одну дает и сразу еще одну ну, дает. Короче, вот. 12 человек, как бы, он и засчитует, и засейвит. То есть, я скинул раз в 2 минуты. Во флудилку, вот на 2 минуты надо будет жить, на 4. Ну и на 5.45, соответственно, тоже надо что-то делать. Нахуй. А что делать, я хуй знает. Камни жрать, нахуй. Да, вот. Свои сейвы, камни жрать, там уже под этот, под бурст. Вот на 5.45... Последние 15 секунд. 5.45 надо будет камни оставить. Но я думаю, не впадло будет и одну хилку костянуть и этому. Хрыло, допустим, ну, через мага. На 2 минуты поставь личные сейвы. На 4 минуты опять личные сейвы. Так а какие личные сейвы? Кого ты имеешь в виду? Личные сейвы? Да у всех есть. У друидов могут кинуть. Друиды, барс кинуть. Дубовка, блядь. Потом... У друидов дубовая рука не сдохнет. Полтинник. Потом маги, глыба, блядь. Что там еще? Тучки, нахуй. Так, тучки, нахуй. А тех уже, у кого прям нету сейвов, просто сказать. Там надо сейвить только хантов и элемов, все. Шипы ничего не надо. Есть. Ну вот надо будет сделать так, чтобы, ну, Хэла, допустим, я хуй знает. Ну, допустим, мы протопалы можем кинуть каплю. Допустим, я буду на 2 минуты кидать на Хэла, и у меня откатится потом. Я буду заранее за 6 секунд до топа-то кинать, чтобы она на него подействовала. А Хулидрин но будет... Хант стоит далеко, ему вообще поебать. Хант, да, его вот. Не достает. Я думаю, не сдохнет под частицей. Я не ебу, как... Ну, призм Хэлла. 2 ДЦ они были тогда, да? 2 ДЦ нахуй лучше будет. Вот, на вторую минуту личные сейвы, на четвертую минуту личные сейвы. Короче, не сдохнут нахуй, должно быть нормально. Короче, вы просто скажите, чтобы мне сильно не отвлекаться от ДПС, на какую минуту, ну, типа, личные сейвы, я просто буду ставить хилиться. Вторая минута, четвертая минута и 5.45. Три дырки. Ну, у меня нету таймера. Таймер надо включить, вот миникарту зачем? Нажимаешь, на, ну, чтобы видеть. Котоп мне, от каждой... мне надо видеть откат КД скиллов. Ну, так тебя не затруднит посмотреть, там каждые 15 секунд топот. Вот босс спулился, нажимаешь треугольничек такой, и таймер запускается, все, это несложно. Если это не делать, ну я не знаю, кто тогда за временем будет следить. Типа, само собой ничего не сделается, надо смотреть всем. Это не круто. Не, ну кто там будет анонсить, типа, кто сейф раздает? Ну я не знаю, у кого меньше всего дел будет. Я хуй знает, как вот сейчас мне на протопале набирать. Ну... Какие обилки больше дамажат? Не знаю, как будет сейчас по агронабору. Мне кажется, хуйня будет. На пула 2 всего. Мне кажется, у меня там не будет агра нихуя. Он мне раз ёбнет, и все, я скинусь. Ну, разве что... Вот у нас этих сальв 4 штуки. Это уже хоть что-то. Ну, это Виланию бы, конечно. Только вместо кого? Виланию вместо... будет, наверное, через 30 минут. Че, вы там на роботе, нет? Трэш перед роботом. Трэш пить. Давай, шкаф. Монти уйду. Так, мы пока обычный шмот одену.
Так, а чё бафать будем? Давай. Я прото. А каски тогда. Рарник, кулаки и вархилли МП5. Слушайте, такой момент. А я в этом как в расписании, которое я скинул, ну, это, в целых не вижу хэпаловское сокрыть нигде. Косяк. Слушай, может, я наебал, да? Может, ее нету? Да. А, ее нету, ну все, тогда смотри, дырок нету, нахуй. Смотри. Ну, 5.45 останется, то есть она не откроется. На 5.45 останется. Не-не-не, да, смотри, сейчас я, блядь, сделаю, не ссыте, нахуй. Смотри, вот, допустим, минута 15, 3.15 и 5.15. Ты три раза дашь, и ты три дырки закроешь. На мордаун, пожалуйста, нет. Варахия. Не, я забыл про хэпала просто. Сдвинуть, да, на... Тамнулся. Так. На минута 15, потом 3.15, например. Я уже понял, нахуй, я просто его не написал. Присутствует, от Катрисе что-то требуется. Да. Ебашить, что не в себя, нахуй, чтоб он упал, нахуй. А, такой же трэш не убили, ха-ха. Так, когда-то минута 15 первая, да? Сейчас да. Он делает. Да, скорее всего, минута 15. Да, короче, три сакры паладинов подряд будут идти, а, допустим, ну, чтобы вы так запомнили, то есть идет с 30 секунды незыбкая Вилаша, потом сакра Войт, сакра Хульдринг, сакра Варахель, потом антимагия Вилаша, до следующей 15 секунд антимагия Закханыч, дальше идут 2 гимна на хп, дальше опять наши откадешиваются и повторяются, потом 2 гимна хилов на хп и опять откадешиваются и все, и уже берса. А, мне спекаться, блядь, надо? Да. Скинь еще раз, охудил. Сейчас, блядь, я напишу сначала и уже потом все скину. Так, сейчас. Блядь, ладно. Тут же, блядь, надо вырезать, копировать, нахуй, что, думаешь, перепечатывать буду, что ли? А все из-за того, что я случайно табнулся. Да, блядь, епать. Прикинь, так бы играли и без сейва, просто хэпал стоит, такой сейв не отдает. Блядь, я тебе скинул в ЛС профил. Не-не, ты не перевел, я бы его назвал в любом случае. Плюс еще там 2000 за сегодняшний день, что ты мне начислял за гейм. Слышишь, Рома, рофл был, если бы ты во время пула это сказал, его и такой, так молчи, не мешай, блядь. А Рома стоит такой... Сейф, блядь, не может. Короче, ты что-то там пиздел про то, что ты что-то там скинул, это кто, Продакс был? Да, да, да. Ты скинул 2 косаря. Когда? 2 косаря и да, 3 воронки. Посмотри, я тебе скрин скинул в этот в Discord, в ЛС. Я же раз менял сейчас на ДЧЖ, и у меня и не заскринил ЕП. Нашел у бидосе у тебя, как ты ЕП накидывал. Вот, скинул тебе в ЛС. Так. Так, а продукт 14253. Ну, вот посмотри, тут еще ты накидываешь прямо сейчас 500 еще. Ага. Вот прям в этом видосе. 14-700. А продакт, сколько ты голды потратил? И ты был еще в ЗС, да? Что? Это и, вообще... Да, я был еще в ЗС. Так. Ну, посчитай, в среднем от 30 до 45, блядь, воронка, смотря где как купишь. Ну это подожди, а в РС был? Причем а в РС воронка, был? Я за расу. Нет, в РС не был, в РС меня не было. Это... Получается сколько? 14 сколько? Хули вы стоите там? Трэш еще стоит, да? А чего вы его не бьете? 14 753 получается, да. За этот, за, ну вот, до, после ЦЛК гер. И плюс вчера за С. А Продекс? Что? Сколько ты голды на ДЧЖ потратил? Я, ну, 32 сколько? Бонуса. Сколько? 32 бонуса. Блять. Вы трэш-то бейте, чё вы, ну, типа, ну, я не знаю, вам стоять прикольно или что, блять. Как вы? Ждём, блядь, заебал. А нахуй вы меня ждете? Я, блядь, в блокноте вчера пишу. Сидел, молчал, блядь, всё РТ чилил, да? Пиздец, ебать. Бейте трэш, хули вы, ну. Я хуею. А чё мне там понаставили какие-то МП5, что-то хуйню какую-то понаделали? У тебя каски, свархиля МП5, срарника кулаки. Так а там хуйня какая-то. Он каски себе поставил. Рарника вообще нету, нахуй. Ну.
Ебать, кринж, нахуй. Нету хули дринка в этой хуйне. Дайте сейчас я, блин, поставлю нормально, нахуй. Так. Так, убрать, убрать. Так, кулак. Кулак. Кулак, кулак, кулак. Убрать. Убрать, блядь, сука, что не убирается? Ай, дайте ему циклон. А что-то, блядь, это бой, нахуй. Ой, ебаный в рот, блядь, ебал я такой аддон, нахуй. Бой next door? Пиздец, блядь. В бою нахуй не меняется нихуя. Так, у меня каски. Так, у тебя... Подожди, блядь, сука. Я тебя перепутал, блядь. Так, у меня каски. У тебя крест. Прото есть у холендринка, его тут нету. Вот так должно быть. Сука. Берите пета. Этих. Я не знаю, про что ты пишешь, не учел. Оно все учтено и написано в объявлении. Знаешь такой канал? Объявление бан, открой. Притон бан обновить. На Products. Тут? А Products. Тут я пишу тебе бью босса. Я говорю, канал объявления в Дискорде, там написано. Сколько у тебя на счету и что на этом КД у тебя накинуто. Я увидел. Оно на этом КД накинуто и накидываться больше второй раз на этом КД не будет. Кстати, Я увидел. Я сегодня на работе вспомнил, что я себе за ульду два раза ИП накидывал. Почему никто на это внимание не обратил? Да, ну за собой ты должен сам следить. Нихуя себе, блядь. Я пошел, блядь, что мне на мишке этот, кто он, нахуй, ключ. Вот, я танчил еще. Я себе два раза накинул, нахуй. Никто не заметил, блядь. Давайте, замечайте, опа, блядь. Потому что... Никого иду. Если я кому-то накину там вот так вот двойное, то челик просто по приору будет расти быстрее всех. Кто нет, не заметил сингл-плэм? Кого-то угодно мы заметят, нахуй. Это ты за собой имеешь. Ну ебать, я тоже проебываюсь, нахуй. Я же не робот, блядь. Я вот реально вспомнил только на работе. Так а какая тебе плохая разница? Ты все равно пали, блядь, и наиграешь только вот когда надо, и все. Так. У тебя там мейн-персонажа нету. Блядь, не доделал. Вырезать, ставить. Да, вороночка. Вырезать, ставить. Патрисия забрал? Ой, че у Мэтт Фокса, блядь. Да, кто-то мне что-то давал. Так, должно вот так выглядеть. Так, незыбка, три сокры, две антимагии, два гемна. Незыбка, три сокры, две антимагии, два гемна. Незыбка, три сокры, две антимагии и шестая минута. Вот так вот, сейчас скопирую. Избейте там трапу. Это вот легко это... запомнить, я думаю. Должно быть легко. Самое главное, надо будет смотреть на агро. О, боешка. Вот скинул окончательный вариант. Ну, главное, запоминай, будешь анонсить. А хуй знает, как это анонсить, нахуй? Ну, мардаун же как-то анонсил. Он, блядь, смотрел на телефон, телефон нахуй, нет. А мне такого нету, нахуй. Ничего, в тетрадку переписывал. Телефона нету? Не, либо вы сами запомните, блядь. Ну, мы а телефон наш, нет? Первый раз я скажу, блядь, а потом просто по КД, нахуй. Че, просто смотреть на прибой и анонсить? Я не знаю, на что он там смотрел, блядь, но...
Там не важно даже время боя, кто за кем сейвы просто сдает, надо кто знать. За кем именно надо запомнить. Кстати, такой-то чел дает это, он такой-то, такой-то... Там просто вот идет следующий клэп, называешь человека, который должен сдать. Так еще клэп надо, чтобы человек, 15... человек понимал, чтобы, что, ну, я не знаю, типа, я сейв когда даю, мне все видно, типа, я включаю таймер себе, я вижу, что вот... 43 секунды, на 45 он начнет кастовать. Я на 43 уже даю сейф, нахуй. И он когда кастует, сейф уже висит на рейде. А не так, что он начал кастовать, нахуй, и только тогда сейф. Типа, за 3 секунды, говорить, например. За ну, типа, что... Да люди сами должны это... Ну, ебать, нихуя себе. Я просто, типа, должен говорить сейф, имя, типа, да? Ну да, да. Смотри, ты открыл, в флудилке я скинул. У меня просто типа есть второй моник, я могу попробовать помнить. Ну вот смотри, ты вот сейчас посмотри на то, что скинуто во флудилке. Да, я вижу. Вот 15-я секунда боя, да, там Гера, там нет никаких сейвов, никто ничего не дает. 30-я секунда, то есть на 28-й и Вилаша не зыбка. 45-я, ну, Сакра воет. Это, минута, Сакра Хулидринг, минута 15, Сакра Варахель, минута 30, антимагия Вилаша, минута 45, антимагия Закханыч. И получается 2 минуты Рианти гимна ХП, 2.15 Шелфир гимна ХП. По гимнам оговорочка есть. Вы его не должны заранее сдавать, нахуй. Он вот именно когда робот начал полоску кастать, тогда нужно сдавать, потому что рейд изначально фуловый. И ну, этот, он собьет один тик. А если вы дадите тик до каста, нахуй, вы, во-первых, тик проебете, и еще тик он один собьет, нахуй. То есть вы два тика проебете. Это внимание у пристам, блять. А дальше эта вся хуйня просто повторяется. После вот этих двух гимнов. Незыбка, Сакра Войт, Сакра Хулидринг, Сакра Варахель и дальше антимагия Вилаша, антимагия Закханыч. Потом два хила дают на хп. Танквила первый дает на 4 минуте, на 4.15 дает Элла Маунт. Так, ну у меня, короче, включено в DTLC время боя. Вроде как, сейчас посмотрю. Типа, когда мы начинаем бить босса, я вижу таймер. Да... Ну, я попробую, типа, так, чисто подсказывать. Ну, типа, я говорю, вот тем, кто сейвы дает, вот этим людям надо просто запомнить. Мне вообще не сложно запомнить свою минуту, нахуй, свою секунду. Типа, я на 45-й секунде да, даю первую. Типа, идеально надо, чтобы все люди сейчас посмотрели туда. Мне-то не сложно, хули там дал один раз и по откату. Давай просто у всех спросим, типа... Там этот, проведи проверку, типа, все ли увидели это, все ли запомнили, и все. Ну вот как бой начался, на рейд повешался бой, тогда идет отчет. Вот, то есть босс зашевелился, идет к нему танк. Босс зашевелился, и идет отчет. Да боже, можно просто клэпы считать. Ну, я не знаю, четвертый, твой, шестой, не, твой и так далее. Да, ну, собьешься нахуй. Как проще хотите, ну типа, как удобнее. Ну типа, если будет в акханалии, то это залупа нахуй. Ну, нужно простые вещи запомнить, блять. Сейвы, они должны первый раз даны быть по порядку, так как они задуманы были. Блин, что-то не могу найти в этом херню. Дайте я отведу его, блять. Ну. Он так и весь рейд пошотает. Там уже пошотало на. А чё вы, ну? И еще возле них стоять не надо, вы же тоже это помните, да? Видите, блядь? Куда? Да отдай! Пускай он тут за углом и вейдить-то надо эту хуйню. Просто отходите на взрыв на этот долгий. Видите, блядь, сколько дамага он наносит? Убегайте. Да, у меня таймер сражения включен, короче. Ну, он ревностный прокнул, ебло тупое, блядь. Сука, об угол не могу обойти, блядь. Вот на эту хуйню дал массейв. А тут бабл дал, нахуй. Они замутали. Все, танчи этого тоже. Так, а тут... На лодку порядку. Да не, забей. Ну, забей. Ну, типа, сколько у одного человека сейвов? Типа, два? Это надо смотреть. Забой. Три вообще... Эвилаша, три он паладина. Повторяется, типа, КД. Они повторяются три раза за бой. Эвилаша, три паладина и Эвилаша с Заканычем дополнительно со своей антимагией. Антимагия первая идет
Вот очень просто запоминать. Антимагия первый идет, ну, купол. Первый Ивилаши, минута 30. Второй Закханыча, минута 45. Все, дальше по откату двухминутному. Пиздец. Нихуя сложного, блядь. Гимны на ХП. Каждый лично свое время запоминает. Рианти 2 минуты, Шалфир 2.15, блядь. Транквилла 4 минуты, Ламан 4.15, блядь. Все, пиздец. Все, уже нихуя тут не надо думать, блядь. Мозг-то включать надо. Окей, я подсказывать буду, попробую. Надо побить, посмотреть. Я уже столько раз это повторил, что, блядь, уже сам запомнил. Нахуй, ну да, да. Так, все, банки. Деда, не бушуй. Короче, пошел я за пивом. Кимпин, тоже возьми. Г, блядь, размутил меня, козел. Мне тоже возьми. Рубый человек ты мне. Еще вчера всех размутил. Красавчик. Охренел? Ебать ты составил, конечно. Че? Всем привет. А, не. О, вот тут надо подумать. Взять Авиланию вместо Настресса, это будет со льва. Либо на стрессу... Нет, на стрессу... Какого-то надо ДКшника, наверное, брать. А какого? Ну, какого-нибудь из этих всех. Тех, кто... Зачем вам ДК напало менять? Мастера его брать, он не заберет. Ну, Авилания только на Тутиларе. Вот, да. Собственно, сидел вот. Нахуя на Тутиларе, он, блядь... ДПС. Подожди, блядь, сейчас подумаем. Этот... Ну и хули ДПС, и этот ДПС, ну... Ладно, давай короче... просто так попробуем, а там подкорректируем, если надо было. Да, попробовали бы так покажет. Чё, бля, вред не уже? Хочешь? Не, да хочу, но... Петра же надо дать. Просто надо подумать, лучше будет пал пятый, нахуй, со львой. Потому давай что... потравим пару раз и посмотрим. Львы на вес золота будут. Ну смотри, какая хуйня. Вот всем ДКшникам надо понять такую вещь, нахуй. Я не знаю, какие у кого спеки. Я вот знаю, у Заканыча купол. У Вилаши купол, но она танк. Вот. Учиться кнопки и отжимать. Надо такую вещь себе понять, нахуй. Если ебаный робот, блять, у всех должно быть омен, нахуй. Если вас выбирает робот, то есть вы второй по агро, по танку щелкнули, эта хуйня, отталкивалка по танкам, дается каждые 20 секунд. Для этого таймер вам тоже нужен, блять. Вы должны знать, когда... Первое отталкивание он дает на 40-й секунде, нахуй. То есть 40 секунд боя нормально идет, то есть это на этой гере. Ну это я уже анонсить не буду, это надо им самим смотреть. Вот, желательно бы ДБМ, конечно, кто-то сделал бы нахуй, чтобы он откидывалку показывал. Чтобы прям человек знал, вот сейчас по танку въебет, и он будет следующий, ему будут пизды давать. Вот. Но там проблема в том, что бывает вторая, третья точка меняются местами иногда. Вот если, допустим, того же Хукмастера выбирает босс, вот ёбнул по хулидринку, остальные танки там в жопе где-то внизу, нахуй, ёбнул по хулидринку и бьет Хукмастера. Все, что Хукмастер должен сделать? Хукмастер, ты тут? Да, да, да. Тут. Ты должен сделать что? Незыбку нажать, нахуй, и под танк зайти. Все правильно. Стоят. Вот, все правильно. Вот, теперь... И перестать бить босса. Перестать бить босса, нажать защитную стойку, чтобы еще на 10% урон по себе снизить. И когда незыбка кончается, значит, ему надо забросить вот два ДЦшника для этого. Зубы ему надо забросить, чтобы еще продлить эту хуйню. Она, во-первых, агро снижает зубы. Вот, линканите зубы, там же... Что тебе ВПХ надо? Саппорт? Ну, конечно. Кстати... На чем мы тут били? Кто с саппортами? Ну, кто меньше... Тряпки хуже. С саппортами. Ну, наверное, магии Лемы. Маги Лемы. Магов выживает здесь, что пиздец, конечно. Ну, в прошлый раз маги у нас с ДД Фаской были. Под доспехом просто, под арканом стоят. Нет, там, типа, кто-то умеет вы это должны видеть, блядь. Вот это говоришь куку, блядь. Вы должны видеть, когда босс сменил цель. Или он, вот он нажал незыбку, и он должен санонсить. Типа, вот, незыбка 3 секунды. Или, допустим, сразу попросить транквила зубы по хукмастеру, он тебя закинет. Ну, это за 3 секунды где-то скажи, чтобы наверняка было. И все, и не бьешь, ты и ждешь, нахуй. И дальше танк доберется. И либо следующий ДД пизды. Ребятки, котятки, время идет, надо троить. Да ладно, на сальвы кто-нибудь будет, она разду просто учиться. Ну, сальвы я попробовал. Просто троить. Рианти дисконнект. Рианти нету. А у кого еще второй монитор есть? У меня, но... Ты можешь на втором монике флудилку открыть, типа... 21.01. Ну, чтобы, типа, помогать анонсе. Ну, его уже больше 5 минут нету, его долго нету. Что? Он нужен.
Такую... Invisible Sun там, дебаш этот... там. В Эрехель ты будешь? Чё Invisible? На замене сидеть тоже. Какого хуя? Ну-ка сюда. Так как вместо кого его взять? Ну-ка его сюда. Не, ну это мощнее намного будет. Ну я не знаю. Варианте зашел. Только вместо кого? Ладно, пока так попробуем. Сейчас посмотрим, сколько ДКшники дают. На стресс. У тебя есть Омен? Надо еще на стресс его нахуй проинструктировать. Это сложный босс для тебя. Фласки свои юзайте. Тебе надо, смотри, растяни его, сделай так, чтобы ты мест 10 видел, нахуй. И тебе надо делать так, тебе надо будет кидать вмешательство на людей. Как оно делается, ты знаешь. Тебе надо будет иметь доступ к любому, то есть кликнуть на любого члена рейда и быстро дать на него вмешательство. Не знаю, оформляй это как-то, быстренько делай. Делай удобно, чтобы у тебя менялась стойка, ты давал вмешательство, менял обратно и бил дальше. Битуша, это, у тебя масло есть? Это надо делать в дамагера, да? Который второй по агро, блядь. Вот если первый и второй два танка, ты ничего не делаешь. Вот. Если второй ДД, ты сразу юзаешь него вмешательство. И так по КД. КД у него 30 секунд. Че, кто слабее всего будет набирать игру? Ахелла скинуть там. Да. Вот, блин. Ну, сейчас поглядим. Этот... Кто по агро будет больше всего? Ну вот Вадикона надо будет не проебать. На стресс не наберет, так как дамаги мало. Не знаю, сколько Катрисия будет. Хокмастер будет сильно набирать. Ну Хокмастер разок переживет под незыбкой, это точно. Катрисия в Т5 много грани наберет. Хорошо. Я очень долго разгоняюсь. Так, давай еще раз повторим. Виланша, твой сейф первый на какой секунде? Хотя с учетом того, что агро сбрасывается, мой дракон просто превратит меня камень в убийцу. Дай. Ну так я ее спрашиваю, что она не говорит. Камень берите. На 30-й запоминаешь? На 30-й. А твой этот антимагический панцирь, он идет после трех паладинов. Вот. Да нет, кто-то не нажмет в любом случае такого. После незыбки, после незыбки 45-я секунда Войд Сакра, минута Холидринг Сакра и минута 15 Сакра Вархель. Вот эти три Сакры проходят, и ты даешь на минуте 30 антимагическую хуйню. Не, ну как хотите. Ну, подожди, может... тут написано минута 15 антимагия Вилаша, минута 30 я, минута 45 Рианти на ХП. Где ты это видишь, блядь? Дрянь, 2 минуты. А, все, забей, я не тот открыл. Все, не, все. Минута 15, Сакра Варахи. Не, все, это не тот вариант. Не тот вариант. Че тебе Катрисе надо? Фласку давай на АП. Фласки свои. Пиздец. Фласки не раздаются уже. Ебануться, блядь. Так гильдбан... не положили, блядь. Да тихо, блядь. Фласки даются на робота. На дайте робот. Гильдбанк, нахуй. Гарник. Чё, рарник? На тебе гильдбанг. На факаши ты. Проснись. Прям тебе под ноги, чтобы ты споткнулся нахуй. Нет, блять, перед его ногами поставили, он пошел вон другой. Ну пиздец. Был бы человек ты. Просто кринж нахуй. Этот. Блять, а у меня там лежали. Ты убери. Так. Заебал, давай сюда. Холидринг, на тебе. На АП. Если кто будет брать. Чё ты там, блять, с кем-то обмен кидаешь? И хуя ты там, Витя, камень? Ёбаный в рот, давай, Фома, дай мне. Что там делаешь? Короче, вот 12 на там, по одной пока давай. Похуй, пингует, поебать, подохнем, ничего страшного. Чё-то я пистануть хотел, блять. Как-то начинать надо уже, блять. А у тебя тоже хп так мало, да? Ты воодушевляющую речь хотел толкнуть, Войт, или что? Масло, блядь. Масло. Нужно делать, быстрее. Когда мы почти убьем его. О, масло в натуре, мне надо масло взять, нахуй. Видишь, какое хорошее сегодня напоминание. Ну там бидон масла попросил, блядь. Не только бидон, Грахиль тоже. Да, вы заебете. Спасибо за свободу. Что? Всё, больше никому. Катрисия, на СПД там, на СПД не надо Катрисия никому? Катрисия сам взял, блядь. А можешь не надо банки? Заханыч, блядь. У меня есть одна банка.
Ну все, входите лес. А можно один сапоточек? Я думаю, бицепс, нахуй. Спасибо. Даже два? Вообще покупайте знаки Элидари в шатрате и меняйте на фласки. Для этого репа надо еще. Кто там сморкается, нахуй? Че теряньте? Короче... Войд, у меня могут свет отрубить, так что, если что, сразу... Так что давай меня... быстрее бить. Да, чё, да, да. Чё теряньте? Блять. Забери ассистов у всех. На силу фласку просит. Видимо, это мы с подошли. Ебаное плановое отключение света, конченое, нахуй. А через сколько оно будет? Примерно через час. Бля, вы заебали кидать. Чё тебе, Мэтфокс? Давайте быстрее. Что, быстрее. Что тебе дать? Я СПД, наверное, или масло. Я, сука, сам масло не намазал, нахуй. Похуй, пень сопрот. Не сдохни. Где ты в масле, блядь? Чё тебе надо? В кого на пол сдавать со старта? На СПД это Войда, нахуй. Жри сопрот, блять, чтоб жил лучше. Мы с Юлей так наберем. Маги это пиздец. Так, ну я намазал. Так, проверка, давайте. Че там ты говоришь, ассистов у всех забрать? Ближе подходите, нахуй, шар прилетит, во всех пизды получит. Таймер не забудь. Таймер не забудь. Восьмой патчик, кикни, пожалуйста. Блять, кстати. Натуре таймер. Спасибо. Таймер, да, готовьте. По сейвам помните, бля, я не помню уже нихуя. Рарда. Да я открыл, я его открыл. Я, говорится, запомнил, бля. Это легко, легко запомнить. Я запомнил, что я 45 секунд, нахуй. Все, запомни. Просто, нахуй, 30 значений сейвов, бля, да, все нормально. Рарника и Хокмастера нету, нахуй. Так, а у меня сальва-то хоть свеча, бля, я проебу вообще все, нахуй. Диван в кого-то дам, вот тут ГП будет, нахуй. О, блядь. Блять. Диван кого-то дал, нахуй. Так у меня там на F1 диван стоял, нахуй. Рарник, сука, и хукмастер, вы тут? А их нету, нахуй. Короче, опять сейчас... отрай, дадим, и все съебутся, нахуй. Эвилаша, Заханыч, пожрали быстренько. Транквил, блять. Хэлла. Не надо ничего. А где еда? Лёха, выпей что-нибудь. Заебали, вот она, еда, нахуй, быстрее, блядь. Так, кто первый ловит, Эвилаш или Хулидрин? Кто с вас первый ловит? Юля начнёт. А потом секунд через пять. Не забывайте. На пол... Так, ну давайте. Опять же. Все готовы, ну, сейчас сначала буду... Сначала Войда, а потом того, кто улетел. Да, да, я понял. Сейчас буду давать отчет, готовимся. Так, даю отчет. 5, 4, 3, 2, нахуй. Эвилаш не зыпо. Ну, уже пошла, блять. Пики нахуй. Лава, следующая твоя мастокра. Это я помню. Что-то я агро не вижу своего нихуя. Давай. Напуливаю в деда. Вытягиваюсь каким-то хуем. Длинным. Костя. Твоя сакра, Костя. Чё, Зохан, ты будешь соносить, да, тогда? Попробуем. Сакра в Рахель жми. На полу в полиды. Эвилаш купол. Ну, это пиздец. Блять, я символ не поставил на ложный. Пиздец.
Катрисия, БР, Хукмас, Мэтфокс, БР, второй. Заканычев, Тимаги. Я нажал, нажал. Я слежу, пытаюсь. Варианте гимн на ХП. Чё, в деда на пол дать? Я даю в деда. Да. Я думаю, хуйня агро нахуй этого, блядь, пала нахуй. Баф дайте. Шалфир на ХП. Так, ну поехали. Сальву дал Шалфира. Зипка и Вилаша. На полу в холле дрейд. Мастер-ка. Отдал. Следующая моя, я знаю, 2.40. Да, твоя. Да не, нахуй, шотает, смотри как, нахуй. Шотает это, потому что они агро срывают. Ну так, у меня агронабор, я хуй знает. Хуйня полная. Костя, твоя, твоя сакра, Костя. Катрисия, дай бидон, Уинер. Варахель, Сахара. Сахара, Варахель, да. Вадикон, БР, канцелят. Антимагия, Вилаша. А там можно падать, на. Да, люди попадали. И сколько? Ну, 3.30, нахуй, и у него 42%. Ну, типа, с учетом, что падает, вроде как ДПС. Ну-ка, что там ДПС? 360, 380. Ну, на продакс 420 было, на, после первой минуты. Я, короче, знаете, что думаю? Мне кажется, у меня Мишка больше агро даст. Надо попробовать. Ну, да, на такими танками не получится. Мы только бить начали, еще гера не кончилась. Я уже стопаю, потому что, ну, да, давай, заходи на Мишку. Туда. Я попробую на нем, но тогда смотри. Тогда вычитается моя сакра. Вот где была, ну, на 45-й секунде, ну я не знаю, как... На 45-й плохо, секунде сдаете личные сейвы. Делайте, что хотите, ну надо что-то, ну, придумывать. Тогда получается, смотри... Чамосрез, да? А есть у кого-то? Смотри, 45-я сакровоид, жмут сейвы. Не, 240... не, просто оставь, да, эту дырку, просто дырку оставь и все. На 45-й секунде личные сейвы. Так, да, я же тебе про личные сейвы говорю, да, вот 45-я секунда, да. Там. Чтоб на 2.45 опять личные сейвы и на 5.45. Что хотите, мне нужно куда-то сохранить. Стойте, отмена, ёбаный в рот. Вы чё, я же не переодел шмот на ДДшный. Ебанат. Надо пробовать еще раз, нахуй. Я был в обычном, нахуй. Сука. Ясно, мы из-за деда упали, нахуй. Я ебу, нахуй. Это не единственный танк, правильно? Не важно, нахуй, за деда упали. Не, надо попробовать в ДДшном. Вдруг там реально побольше будет. Уберите свои мечи, нахуй. Уроды, блядь. Сука, вычисли по IP, нахуй. Сейчас я ДДшный одел, блядь. Не, это хуйня. Ну, я думаю еще, что за хуйня? Может, сейчас побольше будет? Там должно быть разница. Я смотрю, вообще параша, ебать. Не могу нихуя набрать. Я и крылья отдавал, блядь. Да, знаю, блядь, да, потому что, смотри, там Вадикон вот был, вот, я не знаю, дал ты, не дал в него, его разъебало, блядь. Букмастер не среагировать не успел, тоже подох, блядь. Бля, это вот пиздец тяжело, ну, нахуй. Прикол, там вообще херня какая-то была. Я как бы стопнул, упал там на шестую строчку, отвернулся только на 2 секунды, я снова, блядь, второй. Припоты сейчас тебя бьют, 17 человек. Ну, почти. Бля, я не знаю, ну если так-то сложно, пиздец, блядь. Ну да. Ребят, есть дживс? Что-то да, консилятор. А, ну это подумал. Не, сейчас давайте попробуем еще с этим шмотом. Будет ли там с агро разница, нахуй. Слава, ты где сейчас стоял? Че, опять в тебя напулить? Ну смотри, видишь, в чем ошибка? Смотри, я вам объясню, блядь. На пол, во-первых, надо давать в того, кто, сука, первый, блядь, как называется? Первый танчит босса. Не надо в меня напуливать, нахуй. Зачем, блядь? Ты можешь потом напуливать, но первое пуловое агро должно быть большое на танке. И кто с вас больше пулового агро даст, и Вилаш или Хулидринг, блядь? Если ты крылья прожмешь и поспамишь тарелки, что ты не больше разве дашь, блядь, чем Вилаш?
Ну, если Юля в 4Т4, я... Она в 4Т4, она не может быть в другом, потому что она пулового агра бурстового не имеет, а ты имеешь крылья. Поэтому надо давать по холи дринку, блядь, было на пулы. Okay. Ну погоди, у нее пулового агра нет, у нее кровоотвод, блядь, и усиленная руническая. И что, блядь, ты знаешь, сколько ТЛПшки агра, там мало агра, блядь. Оно вровень не идет с медведевским бурстом, блять, и с паладиновским в 25. Да, короче, хули по полсту пизди. Давай сделаем трай, посмотрим, что сейчас. Короче, сейчас пиздим, чем траем. Заебал, блять. Ну а что ты думаешь, молча все делаться должно, блять, само по себе. Я про то, что типа сейчас над потрами, если у тебя никого не получится, то и пизду на медведя. Сейчас на пулы 2 даете с пула, нахули дринка, и он будет первым, блять. И крылья нажимаешь, и ты первый танчишь босса. Окей. А дальше уже... Ну, я хуй знает. Лучше на Вилашу понапуливайте, а я посмотрю, сколько я буду набирать. И от этого будем отталкиваться. Так, ну, рыбу мастер поедем. Опять. Окей. Войт, подними таймер в центр экрана, я буду говорить. Хукмастера нет, подождите. Хукмастер, восточная чумная земля. Вот так? Еще выше. Прям в центр экрана. Вот так пиздец, вот где-то, да. Думаешь, так удобно было. У нас анонсер есть? У меня напротив него стоит этот список, я буду говорить. А он не в рейде, потому что... Ну заебись, вот потому что что-то пиздец тяжело нахуй. И туда нахуй. Где там хукмастер? Пришел? А, не слышишь? Где ты нахуй сейчас стоял, босса танчил? Скажи мне. В углу, сейчас. Со всеми вместе? Вы там в 3 балла стояли. Ну вот тут вот, да. В одной точке. Не знаю, наверное. Ну блять, до тебя я дотягиваюсь, до остальных нет, на пулу. Держу. Ну похую, ну... Тогда пуль на меня, похуй. В смысле, стой там же, где и стоял я к этому. Давайте проверка. Все готовы? Даю отчет, приготовились. Ой, блядь, не то. Даю отчет. Сейчас, может, не достанешь. Где босс, блять? Можно подвести его, нахуй? Я не могу до него дотягиваться. Всё, это уже залупа, нахуй. Сало словили вначале просто. А чё? Вам объясняли много раз, нахуй. Вот когда босса ведут... Хулидринг, смотри, ты ведешь босса, ты подвигайся там вправо-влево от звезды, чтобы танки встали спиной в звезду, нахуй, и уперлись, и когда босс их откидывает, они стояли, не двигались, им не надо было, блядь, вправо-лево двигаться. Нам надо босса ближе к звезде подвести. Я сейчас стоял в звезде, я не доставал босса автоатакой. Что, встали и побежали? Это первое, а второе... Диван висит. Когда вы бежите к боссу, РДДшники, хилы, вообще всех касается, милики, хуилики, вообще все, кроме трех танков, вы должны подбежать под красный кружок, кроме ханта, блядь, одного. Если вы, под него не встанете, то эта хуета кидается в вас, нахуй. Поэтому, когда бежит прям первая секунда, первая ваша задача не ДПС, не какие-то прожимки дать, а встать в красный кружок. Как только босс встал, не двигается уже, встали в кружок, и тогда уже начинаете бурсить. Проебете 2-3 секунды, но вы должны сало-то вот это не ловить, блядь. Ну вот, минус 3, блядь, из-за этого сала. Резать там по одному ману восстанавливать. Сало с хлебом и с горчицей, заебатая вообще. Если на стрессе. А если с пивом, то вообще пушка. Я только что мясо с горчицей из духовочки пожрал. И пиво пью сижу.